Ну, мы будем за него болеть, за ну, смелость, да? Не, ну, тоже их можно понять. Все-таки, мало ли, берегутся впереди вот еще, ну, самая первая очередь отбор, а потом, может быть, Олимпийские игры. Естественно, боятся травмироваться. Поэтому, ну, мы с пониманием, да, относимся. Вико на вид абсолютно спокоен. Вроде бы внешне восстановился, дыхание, по крайней мере. А мышцы, конечно, наверное, уже все-таки не те. Хотя, как знать. А вот и Килти, кстати, да, подошел. Недовольный, но подошел. Да, так я уходил просто ненадолго. Да здесь я, здесь, да. Конечно, обидно ребятам. Конечно, обидно, но посмотрим. Ну, а третья свободна. Итак, Килти по первой дорожке, до Саоло по второй. Либеджи, я так подозреваю, он не вышел. Юсуф Мальтебен по четвертый. Вико по пятый. Вилфрид, Алекс, Оджи. Итак, стартовал забег. Вико пока проиграл старт, но начинает набегать. И Мейте, посмотрите, Мейте борется с ним. Но в конце концов очень трудно бороться. 10.09, несмотря ни на что. И несмотря на встречный ветер, пусть небольшой, но все-таки это минус 0.6. Ну что ж, молодец Джимми. Запас прочности у него большой. Ну и зрители, естественно, благодарны ему за то, что он второй раз вышел на старт. Устал, конечно, он устал. Два раза подряд бежать в полную силу. Было видно, что первые 50 метров немножко не в своей тарелке, но потом мощно набежал вторую половину дистанции. Видно, что он в великолепной форме. Результат 10.09. Понятно, если бы бежал сразу с первого раза, то это был бы результат выше. Наверняка из 10 секунд. Вот здесь, посмотрите, он еще уступал. И вот тут он просто мощно. Мощно очень набежал и практически больше метра привез своим соперникам. Мейте второй, хоть и не бежал. Ну, в общем, победил тот, от кого мы и ждали здесь победы. Может быть, не с таким результатом, каким бы всем хотелось, но 10.09, и он чемпион в Люцерне. Ну что, два по 100 пробежал сегодня, да? Через 10 минут. Не, ну я думаю, в любом случае это и пойдет на пользу ему, если все так нормально, или нет никаких травм. Вот 10.08 даже. 10.08, да. Умеет и 10.26, до Саолу 10.31. Да, преимущество значительное. И Килти, да, такой же результат, отдали им третье место.